Так как мы сегодня последние манежи, выключаем свет. У нас автоматически он не гасится, к сожалению. Да, Джуник? Когда последний всадник выходит, догадаться невозможно, кто последний. Иногда после ужина народ тренируется. Ушли, а манеж всю ночь горит прекрасно. В общем, выключаем свет. Джуник у меня привык уже, что мы выключаем свет. Выходим вместе. У нас сегодня к вечеру Грейка. Темный Грейка. Капец на метель. Все дует. Намело уже снега много. Так что, кто завтра на машине, то смотрите. Будет, наверное, заметы будут. Пока они почистят. Кося. Кося домой. Бегом. Скорее. Скорее даже прожачки. Поесть. Рей... Джуник, пошли. Давай домой. Там еда-то есть. Чего ты? Грейка. Грейка зимний. Смотрите, как красиво. Все заснежилось. Вон такая метель. Сразу видно. Елочки заснежились. Джуник зашли. Мы домой идем. Домой идем, домой. Красиво. Все-таки зима. Когда не сильно холодно, не минус 20. Сейчас у нас где-то 0, наверное. Подтаивает преследователь. Джуник. Побежали. Джонь. Стоять. Стоять. Ко мне, Джоник. Ко мне. Ко мне. Ко мне. Молодец, лошадь. Ох, какая метель у нас. Смотрите, как метет. Но с улицы не хочется уходить. Приятно. Я даже без курточки. Без рукавки. У нас он замело. Джуник, сено будешь? Вась, сено будешь или дома? Скажи, да ну его. Пойдем раздеваться. Сколько намело. Пошли. Уже ужин. Мы опаздываем на ужин. Уже ужин раздают. Да? Джонь, ну что ты стал? Ты как не это, у тебя выбор, либо зайти домой, либо жрать сено стоять, да? Ты выбираешь? Пошли, разденемся, ужин дают уже, кашку дают. Иди сюда, Квась.